चैतन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। Я предлагаю бесконечное саштанга дандава пранама, склоняясь к его лотосным стопам. Также мама Шикша Гурупада Падме. Нитилила Правишна Омишна Пада Аштатарашата. Шри Шримат Бхактивиданти Шрили Нараяна Госвами Махараджа. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавов принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня мы послушаем один вопрос и ответ на него. Вопрос, который преданный задал Прабхупаде. Прабхупаде в разные времена задавали разные вопросы, и он давал на них ответы. Сегодня мы послушаем вопрос одного преданного и ответ, который дал Шрила Прабхупада. Вопрос следующий. Если мы живем вдалеке, живем в дома, не в храме, то как нам быть в саду-санге? Как нам совершать бхакти, поклоняться Господу? Как же это возможно, если мы не в храме, а далеко? Говорится, вину саду-санга векана. Без садусанги невозможно обрести разум, а без милости Господа невозможно быть в садусанге. Санга, общество, это самое главное. Игра слов. Какая у вас санга, такой и ранг, такой цвет. То есть вы постепенно перенимаете качество тех, с кем общаетесь. Если свяжетесь с пьяницами, сами начнете употреблять алкоголь. Если свяжетесь с другими неблагополучными личностями, тоже перенимете их недостатки. Поэтому постепенно вы начнете меняться в зависимости от того, с кем вы общаетесь. Махапрабху сказал, саду-санга, саду-санга, сарва-шастрикой, во всех писаниях, во всех шастрах говорится, будьте в саду-санге, общайтесь с преданными, потому что даже одна лава, одна одиннадцатая секунды общения со святыми может даровать вам все сиддхи, все совершенства. Без саду-санги чрезвычайно сложно поклоняться Господу. Поэтому Прабхупаду спросили, что же делать нам, грехастым, семейным людям, которые живут далеко от храма, далеко от преданных, у которых нет возможности быть в общении с преданными. Как же нам совершать баджан, как поклоняться Господу? Такой вопрос задали Прабхупаде. Прабхупада дал следующий ответ. В наших матках всегда есть харикатха, всегда делается акцент на севу, на служение. Прабхупада начал сначала объяснять, что такое мат. Мат – это не место, чтобы есть, спать и жить в свое удовольствие. Это не место для того, чтобы прохлаждаться. Прабхупада не для этого возводил матхи. Чтобы преданные просто ели, спали там, почитали, так, ну, условно говоря, почитали просто. Просто наслаждались на самом деле. Таким преданным не место в храме. Потому что в храме нужно трудиться. В храм — это место, где меняется наше сердце, нигде мы просто пребываем. Это не место для отдыха. Это место для духовного труда. Место, где мы совершаем баджан, поклоняемся Господу. И что же такое мат? Мат — это место, где всегда служат Господу, где всегда рассказывается харикатха. Это мат. То есть там, где харикатха, повествование о Господе, и там, где сева, служение. И Прабхупада поэтому дает наставление общаться с теми, для кого сева, служение — это их прана, жизненный воздух. Чья жизненная цель — служить Господу. Я разговаривал вчера с преданным из ИСКОН, и спросил, сколько брамачари в храме.
И он сказал, что довольно много. Я спросил, как же это возможно? Где вы набрали столько преданных? И он сказал, что это благодаря проповеди. И брахмачари тоже подбираются соответствующие, для которых главное это проповедь. То есть акцент делается на брахмачари, на проповеди. Причем классы даются разные. Для молодежи есть одни классы. Для домохозяев постарше другие классы, другие лекции. То есть есть 2-3 вида лекций для разных категорий людей. И поэтому главное, даже для тех, кто в храме, для брахмачари, они почитают там прасад, но затем идут проповедовать, распространяют книги. То есть брахмачари набрались их довольно много, но их цель — это проповедь, и все делают именно для этого. И разные классы рассказывают разные лекции для разных групп людей. Поэтому Прабхупада тоже делает акцент именно на общении с преданными, на саду-санге, на харикатхе, на общении с теми, для кого жизненный воздух, прана — это служение. Чья цель — служить Господу. Нам нужно общаться с такими преданными, не с кем попало, потому что иначе мы начнем меняться в худшую сторону, если будем общаться не с такими преданными. В месте, где нет харикатхи, как бы нам там приятно не было, как бы нам там не нравилось, там не нужно находиться. Это не во благо нам. Это то же самое переводит с Бенгали на хинди. Как бы нам не нравилось в каком-то месте, как бы нам там не было легко, как бы не было приятно нам жить в таком месте, не нужно пребывать в таком обществе. Почему? Потому что самое главное в нашей жизни — это что? Баджан, духовная практика. А если в каком-то месте нет харикатхи, нет баджана, нет духовной практики, какой же смысл там находиться? Никакой пользы не получим. По милости Господа, в Матхе всегда есть харикатха. Всегда доступны обсуждения, которые Махапрабху вел со своими спутниками. И это очень ценно, потому что харикатху мы можем найти далеко не везде. Где пребывает Господь? Татра-тишта-минара, да. Там, где Мат-бхакта-ятра-гаянти, Господь говорит народе. Там, где преданные говорят славу Господу, вот там Господь находится. Поэтому самое главное — харикатха. Когда Прабхупада делал акцент на харикатху, на киртан. И Прабхупада был очень рад видеть это, что преданные всегда вовлекаются в представление о Господе, воспевание святых имен. Прабхупада говорил: «Я создал не просто Гаудия Мат, я из Галоки Вриндавана принес Никунджа Мандир, беседку Шримати Радхарани, которая поклоняется Кришне. Так же, как в Никунджа Мандире всегда служит Кришне, Манджари и Саки воздают служение Божественной Чите, подобным образом в Матхе тоже все заняты служением Господу». Поэтому Прабхупада Никунджа Мандир из Галоки Вриндавана проявил в этом материальном мире. Поэтому и в этом материальном мире, в Матхах, делается акцент именно на служении, на харикатхе, на сейве, потому что это проекция того, что есть в духовном мире. गुरु वैष्णव निकट हरिकथा श्रवण करिवेन इसलिए कहते जो वास्तव रूप में अपना जीवन में मंगल चाहते हैं, если мы действительно хотим обрести благо, сделать свою жизнь успешной, что нам нужно делать? मंदिर में आकर के गुरु वैष्णव गणे निकट हरिकथा когда есть такая возможность и слушать харикатху, лекции духовного учителя, гуру Вайшнава. И если у нас есть ручи, вкус харикатхе, сексеве, к служению, то постепенно все наладится. Посмотрите вокруг. В основном асад-санга, не сад-санга. Попробуйте походить вокруг. Найдете вы харикатху так легко? Нет. Не так доступно легко харикатху, харикиртан. В храме, в мандире, там есть повествование Господа. Там есть повествование святых имен. В других местах нет. Если мы разобьем каким-то образом вкус к этой харикатхе, к харикиртану,
то есть тому благоприятному и редкому духовному, что встречается в нашей жизни, то постепенно материальное общение мирское начнет отступать из нашей жизни на второй план и постепенно вытеснится. И что для этого нужно делать? Стараться всегда вовлекать себя в духовное, в то, чтобы слушать лекции о духовном, в то, чтобы повторять святое имя. Тогда асад-санга, естественно, отодвинется на второй план. Потому что у нас всего два варианта. Либо мы будем в сад-санге в общении со святыми, благоприятное общение, либо мы будем общаться с материалистами, то есть будет асад-санга. Приводится следующий пример, чтобы это прояснить. Если попала заноза в наше тело, что нужно сделать? Взять другую занозу, другую острую колючку, то есть такой же острый предмет, и вытащить ту занозу, которая вонзилась в наше тело. Подобным образом в нас сейчас впилась заноза. Какая? Майя, мирская жизнь, материалистичный образ жизни. Как избавиться от него? С помощью другого острого предмета, что выступает такой второй колючкой, которой мы вытаскиваем занозу из нашего тела? Это нияма, правило, которое мы соблюдаем. Это воспевание определенного количества святого имени, вознесение став и стути, молитв. То есть определенная духовная практика, которую мы регулярно совершаем, и она постепенно вытесняет все мирское из нашей жизни. А иначе мы будем погружены в разговоры о материальном. Поэтому Прабхупада также говорит, что можно изучать Парамартрика, духовные издания, журналы, которые у нас есть, изучать беседы, которые Махапрабху вел со своими спутниками. И мы тоже обретем благо от этого. Потому что не всегда есть возможность напрямую общаться с вайшнавами, посещать храм. Что же нам тогда делать, если нет возможности напрямую увидеть святого? Есть выход изучать Гурдев, то, что она переводит в бенгали на хинди. То же самое, изучать Священное Писание. Например, Гаудия Патрика был журнал Варина Прабхупады Сарасвати Тахира. И беседы, которые вели великие святые вайшнавы, изложены в писаниях. Например, кто-то спрашивал моего Гурудева, имеется в виду Бхакти Шри Пуснанти Госвами Махарадж. Гурудев, вы дали наставление быть в садусанге, но святые не всегда доступны здесь. Что же делать? Как быть в садусанге? Гурудев ему ответил, я что, не дал тебе садусангу? Я не дал тебе читание Бхагавату? Я не дал тебе Упадешамриту. Что нужно делать? Читай читание Бхагавата. И когда читаешь, воспринимай так, что сам Вриндаван Дас Тхакур дает тебе наставление. Рагхунат Дас Госвами дает тебе наставление, когда ты читаешь его произведение. Когда читаешь Упадешамриту, Рагхунат Рупа Госвами дает тебе наставление. Когда изучаешь Шикшаштаку, это значит, что сам Махапрабху сидит перед тобой и сам тебе рассказывает Шикшаштаку. То есть сам автор произведения тебе его рассказывает через книги. Когда есть время, посещай храм, общайся со святыми. Когда его нету, то изучай гранхи, священные писания. И через гранхи, через писания ты будешь общаться с их авторами. И при этом молись о милости Гуру Гауранги. Если преданные действительно искренне взывают Господу, просят пролить на Него милость, взывают к святым, то непременно, что произойдет, у него будет возможность так или иначе услышать Харикатху и благодаря этому увенчать свою жизнь успехом. Поэтому даже живя дома, мы можем изучать священные писания и благодаря этому привносить благоприятное в нашу жизнь. Писание — это Брихат Мриданги, большие мриданги, великие мриданги. Обычные мриданги, на которых мы играем, звучат, но не на очень большое расстояние. Однако книги мы можем перевозить на далекие расстояния в другие страны и таким образом писание Махапрабху распространять. Поэтому книги играют очень важную роль в нашей жизни. Цитата. Катабу-катану лила-ката грантарупе ниттакал вартаман аче валия амадир хатаса хивар кишу най. Прабхупада говорит, не будьте, не теряйте надежду, не унывайте, что же мне теперь делать, как мне теперь жить. Не должно быть такого паднического настроения. Нужно быть реалистом, понимать, что очень редкая возможность встретить действительно чистого преданного, который полностью погружен в повествование о Господе, в служение Ему.
Это редкая возможность. Но это не повод унывать. Ведь у Махапрабху были многие спутники, с которыми он вел беседы, которые доступны для нас. Мы можем изучать эти беседы. Например, Харинама Чинтамани. Это беседа между Махапрабху и Харидасом Такуром. Рупа Госвами и Махапрабху также беседовали. Это изложено в Рупа Шикши. Санатана Госвами и Махапрабху также беседовали. Это Санатана Шикши. Рагхунатха Дас Госвами спрашивал наставление у Махапрабху. Они также доступны. То есть мы можем изучать те наставления, которые Махапрабху давал в беседах со своими спутниками. Эти гранхи писания присутствуют. Это все беседы последние на читании Чаритамрите. Поэтому не теряйте надежду, не унывайте, что нет харикатхи, нет садхусанги. Если мы погружаемся в повествование о Господе, то благодаря этому все благоприятное непременно войдет в нашу жизнь. Ничего неблагоприятного в ней не останется. Поэтому наша задача постараться все свое время по возможности занимать духовной практикой. Если нет возможности напрямую быть в Гусанге, изучать Священное Писание, и они воодушевят нас, они придадут нам силы. Но, конечно, когда непосредственно можно общаться с преданными, можно общаться непосредственно. Это будет еще больше благом, чем изучение книг. Почему? Потому что преданные передают свой опыт. Например, Господь Капиладева говорит своей матушке Девахоте общаться с его преданными, Сатам Прасангам Мамавири Сангедо, слушать Харикатху от преданных, потому что это самое главное, самое могущественное. Харикатха очень сильная, она оказывает на нас огромное влияние, потому что когда святые рассказывают Харикатху, они передают свою силу, свой практичный опыт, как они воспевают святое имя, как они совершают духовную практику, как они воздерживаются от неблагоприятного общения. То есть они передают практический опыт. Но если нет такой возможности увидеться со святыми, послушать их непосредственно, тогда мы изучаем Писание и тоже обретаем благо. По желанию Господа, где бы мы ни жили, там, в этом месте нам нужно изучать Харикатху. И благодаря этому мы сможем обрести милость Господа и сможем памятовать Его вне зависимости от того, что происходит в нашей жизни. Всегда размышлять о Господе. То же самое на другом языке. Где бы мы ни жили по желанию Господа, в каком бы месте мы ни находились, что нужно делать? Размышлять о Господе, слушать повествование о Нем. И что произойдет тогда? Постепенно все мирские разговоры и мирские темы вытеснятся из нашей жизни. Мы обретем милость Господа и осознаем, что милость Господа всегда с нами. Мы сможем памятовать Господа всегда. То есть, чем больше мы погружаемся в духовное, тем больше мы памятуем о Господе, и тем больше мы ощущаем, что Господь всегда пребывает с нами, всегда заботится о нас. И благодаря этому мы сможем быть счастливы вне зависимости от того, где бы мы ни жили, в каком бы положении мы ни пребывали. Так, послушайте внимательно, что Прабхупада говорит. Гурудев еще раз тут же мысль подчеркивает. Где бы мы ни жили, в каком бы положении мы ни находились, настоящие преданные счастливы любому варианту. Почему? Потому что они понимают, что есть желание Господа, и листик не шелохнется. И если они пребывают в таком положении сейчас, значит Господь дал им это свое дозволение, это Его воля. То есть они осознают присутствие Господа в каждом моменте своей жизни, в каждом событии своей жизни, и поэтому они принимают с радостью, с благодарностью все то, что Господь им не спосылает. И они забывают о каких-либо трудностях, о каких-либо печалях, потому что они глядят на свою жизнь под тем углом, что Господь всегда заботится о них. Он дает им это положение, значит, оно для них самое лучшее.
Бхакти Вивек Бхарати Гасай Махарадж говорил, что в каком бы положении мы ни находились, это положение самое лучшее для нас. Ведь Господь дал нам это положение, эту ситуацию в нашей жизни. А мы иногда как думаем, ой, ну что мне вообще в жизни происходит? Вот если бы было это, то я бы смог делать то. То есть мы думаем, что нам не хватает каких-то возможностей, но это не так. То положение, которое для нас сейчас Господь дал, оно самое лучшее для нас, самое благоприятное. Поэтому нужно использовать те возможности, которые сейчас у нас есть, чтобы совершать духовную практику. Благодаря тому, что мы будем изучать Харикатху, наше сердце постепенно очистится, и мы сможем всегда памятовать Господа. Если мы будем в садусанге, то же самое на другом языке. Если мы будем всегда погружены в Харикатху, будем стараться занимать себя в служении Господу, то наше сердце изменится, в нем появится сева прабритти, склонность служить Господу. И мы сможем в любой ситуации памятовать о Всевышнем. Для чего этот мир? Этот мир — этот мир испытаний, проверок. Но Господь всегда пребывает в нашем сердце, всегда наблюдает за нами. Гурудев приводил следующий пример. Если маленький ребенок учится ходить, то мама берет его за ручку, за пальчик и ведет. В это время малыш сам учится ходить, но мама поддерживает его. Затем, когда он уже более или менее стоит на ногах, мама отходит и отпускает его руку. И малыш идет, иногда покачивается. Если он начинает падать без поддержки мамы, то она подходит и помогает ему. Подобным образом и Господь устраивает для нас все. Он пребывает в нашем сердце. Он наблюдает за всем, что происходит с нами. И тоже дает нам возможность научиться ходить самостоятельно. То есть в нашу жизнь приходят испытания, проверки, экзамены, чтобы проверить, как мы поведем себя. Научились мы ходить или нет? Что мы выучили? Ведь мы изучаем бхакти, изучаем, совершаем бхакти. Что мы творим на самом деле? В нашу жизнь приходит испытание, чтобы это проверить, что мы действительно применяем в своей жизни. И если мы всегда будем помнить об этом, осознавать это, и всегда чувствовать, что Господь пребывает в нашем сердце, что Он наблюдает за нами, то в каком бы положении мы ни оказались, оно не покажется нам очень тяжелым, потому что мы будем помнить, что Господь всегда с любовью смотрит на нас, так же, как папа, как отец и мать. И Господь таким же образом, как любящий родитель, смотрит на нас, заботится о нас, все устраивает для нашего блага. Итак, этот материальный мир — это место испытаний, это место проверок, где Господь смотрит, что мы делаем. Поэтому старайтесь всегда с радостью повторять святые имена Господа. Всегда занимайтесь себя в бхаджане, в поклонении Господу, в исполнении Его желаний. Итак, земля, материальный мир — это место испытаний. Если вы хотите выбраться из этого места, что нужно делать? Общаться с преданными, слушать от них харикатху. Потому что благодаря этому вы перемете качество преданных и сможете покинуть этот материальный мир. То есть вы научитесь от преданных, как совершать харибаджан, как поклоняться Господу. И сможете выбраться из материального мира. Если нет возможности общаться с вайшнавами напрямую, изучаем священное писание. То же самое на другом языке. Если нет возможности быть садусанги напрямую, то нам следует изучать гранхи, священное писание. Например, раньше люди как выступали? Они каждый день изучали Рамачаритрамасу, Бхагаватам, Бхагавадгиту. Гиту кто поведал? Сам Кришна. Бхагаватам кто рассказал? Шукадева Госвами. Рамачаритрамасу кто написал? Дулы Сидас. И раньше люди все эти писания, все эти гранхи изучали. И что происходило? Так же, как мы по утрам подметаем наш дом, так же и благодаря изучению священных писаний мы тоже как бы подметаем, очищаем наше четану, это наше сердце, сознание. Поэтому старайтесь ежедневно
хотя бы небольшое количество времени так или иначе изучать священные труды. Это поможет очистить сердце, очистить сознание. Преданные всегда повсюду видят Господа, в то время как непреданные, те, кто враждебны Господу, не осознают Его присутствия. То же самое Гурудев переводит с хинди на бенгали. Господь, преданные всегда видят Господа повсюду, но у непреданных, у тех, кто враждебен Господу, кто завидует Ему, нет восприятия Господа, они вообще не верят в то, что Господь существует. Иногда мы тоже в таком непонятном положении, то ли преданные, то ли атеисты. Иногда у нас очень много ручек вкуса в духовной практике, а иногда мы устремляемся к наслаждениям, как бхага, когда-то наслаждение, как тьяга, когда-то у нас отречение. То есть когда-то нам нравится бхакти, а когда-то мы погружаемся в чувственное наслаждение. Что делать? Как можно больше стараться погружаться в харисеву, в служение Господу. Тогда склонность к материальным наслаждениям постепенно оставит нас. То есть наше сердце, наши наклонности постепенно изменятся благодаря духовной практике. Материальные радости, они временные, они сменяются трудностями. Однако служение Господу сопровождается всегда ананды, блаженством. Когда мы слышим харикатху, когда мы совершаем целое служение для Харигуру Вашнава, мы чувствуем силу нарастающее счастье, радость. Поэтому если мы хотим вести нитянанду, вечное блаженство, что нужно делать? Всегда погружаться в харикатху, в харикиртан, и благодаря этому мы всегда будем чувствовать ананду, блаженство. Вот такие наставления дал Прабхупада. В ответ на какой вопрос? Преданный говорит, как нам быть садусанги? Да. Как нам быть садусанги, если мы живем далеко? Как же нам общаться тогда со святыми? Это вопрос, который задали Прабхупаде. И вот такой ответ он дал. Если нет возможности общаться со святыми, если вы живете далеко, изучайте гранхи, священные писания, и благодаря этому тоже обретете милость и благо. Гаура Примананда, Хари Хари Бол. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.